Всем привет, с вами StevPro, и сегодня говорим Shader Daggers для Майнкрафта Pocket Edition. Ну что ж, после того, как установились шейдеры, у нас графика просто меняется. У нас начинает шевелиться листва, также изменяются облака. Ну и, в общем, изменяется атмосфера. Но, к сожалению, здесь не меняется солнце. Оно остается таким же квадратным. Как видите, у нас прибавились тени, точнее, они вообще появились, которых никогда не было. Вот такие красивые тени, красивые листва, просто красивая яркая графика. Ну, здесь, по идее, много чего изменилось, но, к сожалению, у нас не изменилась тень, которая раньше в некоторых шейдерах менялась. К примеру, таких шейдеров под названием Cube Daggers. Да, там тень игрока изменилась. Но это просто очень красиво. Вот так шевелится листва. Такие красивые тени. И, кстати, давайте обратим внимание на воду. Она тоже изменилась. Она начала шевелиться, или, можно сказать, двигаться. У нее появились волны. Также изменилось освещение. Оно улучшилось. Ну вот, у нас еще водичка. Давайте посмотрим на нее. Да, она вообще просто стала красивой. Также на ней появляются блики, когда мы ставим факел. Вот давайте маленько зайдем в темное место, вот под этим деревом, и поставим туда факел. Было темно, стало светло. Ну что ж, идем дальше. И сейчас я хочу обратить внимание больше на воду, так как она меня очень сильно заинтересовала. Вот такие очень прекрасные волны, и блики от солнца, а также блики от освещения. Так, ну, наверное, многие хотят, чтобы я подставил лодку, и как она будет вести себя на воде. Но если присмотреться, она, по идее, не зависит от волн. Она сама по себе шевелится. Да, она маленько двигается. Может быть, это зависит. А может быть, это просто ее текстура. Но, к сожалению, у нас не шевелится лиана. Как это было раньше. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.